Всем привет! Мы продолжаем играть в Darkest Dungeon, и сегодня я чувствую такое желание рискнуть, как будто мне прошлого раза не хватило. Но, в общем, мы отправляемся выносить затонувший экипаж с средней уровней сложности, с композицией, которая, в общем-то, не очень к этому готова. Потому что что должно быть в идеале? В идеале должно быть 4 человека 4 левела, которые просто пойдут его и развалят. Но это слишком просто, поэтому мы используем одного крестоносца 4 левела, Могильную воровку 3-го, Весталку 3-го и прокаженного 2-го. Да, это на самом деле не очень осмотрительно, но в целом мне кажется, что все прокатит. В общем, у нас есть все, что нужно. Это два сильных фронтлайнера, которые будут вносить большой урон, плюс у нас бэклайнеры, которые, даже если их притянут вперед, смогут что-то делать. Могильная воровка сможет либо откатиться назад, либо откатиться назад, либо просто ударить. Либо она может сама подлететь вперед, чтобы кого-то назад подвинуть. Это тоже вариант, если надо будет. Потом висталка. Висталке я специально дал удар булавой. Ну, прокаженный, конечно, ничего такого делать не может. Ну и надеюсь, его прям совсем назад не уберут. А у крестоносца есть святое копье, которым он может запускать себя вперед. Так что вот да. По брелкам здесь в основном урон, здесь урон и немного защиты, здесь куча урона, а здесь куча хила. Все. Так, я не одел что-то. Да, вот так вот. Хорошо, что они так предупреждают теперь, если у тебя какие-то скиллы лишние открыты или... Здесь что-то открыто, но не одето, то они предупреждают. Так что вот. Поехали. Лопат много не надо. Я надеюсь, противоядие здесь вроде не сильно нужны. А сейчас надо вспомнить, что босс-то делает. Да, бинты нужны. Целебных трав только парочку. Пару ключей, святая вода нет. И два стака факелов. Все. Готово. Я не помню, у этого босса есть стан или нет. Потому что, может быть, стоит дать кому-нибудь стан-резист? Вместо, скажем, этой штуки. Да? Стан-резист, додж. Да, давайте. 35% стан-резиста лучше, чем 5% протекшена, я думаю. Ну все, окей. В последний момент решили дать стан прокаженному. Все? Ну, вроде все. Скиллы прокачаны везде, у кузнеца тоже все прокачаны. Ну, все, готово. Поехали. Есть чем предотвращать. А, ну ладно. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. Ну, в общем, они возили ему там всякие древние артефакты заморские, просили за это все больше и больше денег, у него деньги закончились, и он решил им кое-чем другим отплатить. Думаю, я все правильно понял. Так, что я там говорил? Что ты говорил, уже не помню. The poor devils, chained and drowning for eternity. Ну да, если не считать то, что мы выносим сюда прокаженного 2-го левела, то это просто минимальный риск. То, что я сейчас делаю. Ну, вообще, могильная воровка здесь не слишком в тему, но она и неплохо зайдет, я думаю. В самом бою она себя вряд ли будет проявлять, но если вдруг кого-то там перемешают вперед-назад, то вот здесь вот она как раз покажет, на что способна. Придется сначала пройти через все подземелье, естественно. Угу.
Ясненько. Ну, начнем, наверное. 14. Свисталка, по идее, добивает. Свисталка добивает. Так, и думаю, что к концу хода двух фронтлайнеров у них не будет. Угу, останется только рыба. Окей. Раз. И два. Хм, надо же. Сколько у них хп? 2 и 5 хп осталось. Ну, немного я совсем переоценил себя. Да, наверное, стоило добить. Угу. Определенно стоило добить. Так, ну ты самохилься. Неплохо, кстати, хилиться. Вот так. И он первый ходит. Ну ладно. Continue the onslaught. Destroy them all. Можно было еще хила поизвлекать, но ладно. Ого, сколько текста. Не, я даже не буду глазами пробегать. Ну, святая вода, наверное, не нужна. Оп. О, неплохо. Для антикварши. Плюс 25% макс хп и деньги. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Наверное, минус ключ. Плюс брелок. Ну, да, минус журнал. Потому что не думаю, что буду просто так ходить и все журналы собирать, которые здесь есть. И так слишком много уже заданий. Всех боссов победить, там вроде как еще нужно каждый класс в игре довести до 6 левела хотя бы по разу. Угу. Так. Ну да. Отлично. Давайте. Его нельзя в живых оставлять. Хороший шанс. Угу. Так, можно пробить спокойно через защиту. А здесь уже не пробить. Ну ладно. Что-то они много урона вносят. Прям очень приятно. Ну хотя сколько вот у него хп? 49. У этого тоже 49. Хотя это 4 левела, а этот 2. А, у него минус 10% макс хп есть. Ну ладно. Да, кстати, ни на одном нету стана из моей композиции. Ясно. Бинт, пожалуй, пойдет в дело. Да, ни у одного нету стана. А нет, есть у могильной воровки стан. У Весталки я его забрал, потому что у нее брелок дает минус 30% стана. А у него, потому что святое копье, чтобы возвращаться в бой. И хил. Ну что, 5 хп. А, 5 хп. Ладно.
plain victory, but a victory nonetheless. Ну, брелок не столь нужен. Ага. И что я выкинул? Правильно, я выкинул ключ. Хорошо, теперь до конца квеста мы ищем ключ. Класс. Вперед. Да, ну плевать на босса. Главное это найти ключ. Главное найти ключ. Ну, го искать ключ. Еще разведочка. Неплохо. До комнаты не достали. Ладно. Да. С солнечным кольцом. Идем искать ключ в темноте со свечой. Ну, в общем-то, все. Ой-ой-ой. Стоит ли ключ того? Вот вопрос. Такие битвы, конечно. Шесть, ну ладно. Стресс. Ага. Это тоже вроде стресс. Ага, 15 урона. 17 стресс. Ясненько. Да. Лечиться нет. Ну, и еще разочек. Окей. Окей. Но это нечисть, так что у крестоносца бонусный урон будет. Ну, хоть что-то положительное. Хиль. И так, 6 всего. Итак, 13. Молодец. Угу, еще бюсты. Еще бюсты, но не ключи. Блин. Ладно, факелов явно слишком много. Разжечь может? Нет. Хочу ключ. Хочу ключ. Уходи. Не буду даже заходить пока туда. Еще факел. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Ладно, сделаем так. Угу, еда есть запасная. И еще одна битва. Блин. С ним будет тяжело справиться. И плюс я забыл народ переставить. Ладно. И... что поделать? Стан, ты умеешь вообще станить? Ну, есть 50% шанс. Или фиксим. Что ты можешь с краю делать? А, да, он же запускаться может. Тогда идеально будет ее сюда отправить. Сопротивляется, ладно, не идеально. Хорошо, что факел разжег, а то там бы стресса 25 был, наверное. Серьезно, ну ладно. Хорошо, его хоть назад не отшибли. Да, давай хилочек небольшой. И ты, видимо, будешь просто рубить его весь бой. А ты влетишь по нему. Минималочка. Ну. Вот так. Угу. Неприятно. Но вот тебе за это по лицу. Опять не добивает? У него же там хороший урон. Может быть. Добить и похилиться. Вот ради этого мы бинты приносим. 5 на 8, 40 урона. 40 урона. Так, пора уже вот так делать. И станет его все-таки. Угу. Лечиться. Да, надо.
и бинт. И бить. Как можно промахнуться по крабу, блин. Девяносто два стресса у нас на прокаженном. Что? Ноль точности. Не вижу проблемы. Почему он промахивается? Еще крит? Не крит. Ладно. Двенадцать хп. Ну, смогешь? Двоечка. Смогли. Смогли? Смогли. Он три атаки подряд мясанул. Что это вообще такое? Так, еды явно слишком много. Вот так. Так, наверное, тебя. Идем дальше? Или привал? Не, наверное, привал лучше. А то не хочу, чтобы там параноики сражались. Привал. Так, раз. А дальше уже можно рискнуть. О, красота. Классно. Так, это тоже можно использовать, а у тебя другие классные вещи. Например, вот это. Или вот это. Я вот думаю снять стресс на всех, оставить его на одном, либо сделать так, чтобы на всех понемножку было. Пусть будет так. Время осталось только на это. Святая вода. Окей. Да, при свете будем сражаться. Ой, я только сейчас обратил внимание, что у этого, у краба, ну вообще на арт только сейчас посмотрел, у него вокруг головы штурвал, а на веревках два тостера висят. Ну, может, это не тостеры, но выглядят они прям точно как тостеры. Ага, ну ладно. Давай вот так. Угу. А, хватило бы ментов на бой с боссом. Это, пожалуй, единственное, что меня беспокоит сейчас. Ну, 1-3, да, давай. Вот. Хорошо. Еще 4 бинта. Должно хватить. Семь, одну атаку он точно выдает. И это еще один щипок. Отлично. Один с хп, 9 хп, ну все. Так, это хороший бой был. Мне понравилось. Мешок пустой. Угу. Да, идем дальше. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Да, не дадут нам чистый коридор. Угу, зато дадут вот это. При том, что я выкинул все целебные травы, как всегда. Ладно. Такой же бой. Еще лучше, чем в тот раз.
Так, ну давайте. Повторим. Опять единичку урона. Нет, там 3 урона было. Блин, теперь не хватит урона. Единички не хватило. Да, сейчас что, заразят его ведь? А, нет, ну ладно. Да. Так, тебя перевязать надо, и да. Молодцы. Так хорошо уклоняются прям. Приятно. Десятка, 13 хп. А, да, все нормально. Даже бинт нашли. Это прям очень хорошо. Ну, минус вода. Что-то еще надо? По идее, еда уже не нужна. Да. И факела уже не нужны. Ладно, еду съем. Все. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Так, начнем с висталки, да? Блин, что делать? Уже паника. Вперед нельзя запускаться, ладно. И его нельзя вперед запускать. Ой, как все плохо сразу стало. К такому я готов не был. А ты назад сколько отходишь? Единичку. Единичку туда, потом вон туда. Либо внести чуть-чуть урона, нет, отойди. Вот так. Хорошо, что промахнулся. Теперь этот может спокойно по ним долбануть. Либо по этому персонально. Сколько? 50% защиты. Да, давай, персонально. Минимало. А. Еще раз? Вы издеваетесь? Ладно, резист. И тогда ты можешь вот так сделать. 26, вот это хороший урон. О, это же нечисть. У нас же по нечисти урон увеличен. Примотали. Да-да-да, это я все знаю. Сколько у тебя? 21 хп. Можно запуститься и... Давай, красава. Просто красава. Нечего сказать. Рубим. Рубим. Бонусным уроном по нечисти. Царапают нас. Сильная кровь. 9 урона, не слабая. Больше бонусного урона. Опять ее. А, она зарезистила. Красава. Ну все, тогда финишем. Финишем. Однозначно. Финиш хим. Такая награда, конечно. Два брелка. Бесполезно. Ну, деньги. Чё жалуюсь. Нормально. Полевелапали чувака. Заработали чего-то вон. Не знаю. Кучу брелков. Ну, не брел... Да, брелков кучу, на самом деле. Кучу фамильных ценностей. Но, наверное, самое главное, это то, что еще один босс зачищен. Это первостепенная важность. Вау. Такой выбор. Ой, чувствуется, я найду себе тут что-нибудь интересное, наверное. Второй левел. Первый левел. Нужна ли варварша второго левела? А, да, нужна, потому что берем ее. И увольняем варваршу нулевого левела. Ну,
Выкинули. Вот так. И теперь... почему ты их не сортируешь нормально? По левелу. Вот, спасибо, да. Теперь открыт, опять же, один бой с боссом. Раз, два, три, четыре. Композиция хорошая, если исключить оттуда антикваршу, поэтому... Поэтому будем еще левелапать народ. Ничего не поделаешь. Скорее всего... Вот он. Будет следующим. Ладно, надо стресс поснимать, наверное. Кто тут сверху? Да, надо. Как дорого. Может, ты пойдешь сюда? Ясно. Ладно, иди куда хочешь. Чё ж так дорого-то? А, это от уровня их зависит. Точно. Я и забыл. 1800. Окей, отправляйся сюда. Ну и все, никто не заражен, все у всех хорошо. А на сегодня все. Всем спасибо и всем пока.